Какой настрой вообще на матч завтрашний дерби? Ну, как, какой может быть настрой к самым противным соперникам, которых мы ненавидим просто? Вот скажи, вот, раз, конечно, боевой. Будем биться на поле. Поле будет гореть. Про групповой этап, что скажешь про группу вашу? Я не знаю, мы можем не выйти из группы, но мы тут просто обязаны победить. И последнее слово болельщикам, что скажешь? Ну, что я могу сказать? Вы видели, что в гостях нас болельщики очень хорошо встретили. Я думаю, что наши болельщики, SD Family, тоже их тепло встретят, но без агрессии в их сторону, но нас будут горячо поддерживать.